Пластинины проживают в Турбогатае. Печь, которая отапливает дом, не видела ремонта уже 7 лет. Да, она аварийная, она у нас уже рушится, вот это место. Здесь должно скоро уже обвалиться, мы надеемся, что скорее бы она только у нас дотопилась, скорее бы закончился это зимние холода, потому что топим, она уже у нас топится прямо сюда. Там вроде бы что-то повредилось, самой в трубе обвалилось. Подлатать печь пробовали сами, но должного эффекта это не приносит. На помощь пришел соцконтракт, который заключили в декабре. На выделенные деньги закупили все необходимое для ремонта, к которому приступят после отопительного сезона. А вот семье Шейхудиновых ремонт печи уже сделали. Раньше она буквально рассыпалась, теперь же выглядит как новая. Конечно, если люди есть такая возможность, конечно, можно обратиться и использовать такую возможность, пока есть государство и помогает этому всему. Спасибо большое соцзащите, ну и работникам МЧС. Государственную социальную помощь в виде соцконтракта жители Бурятии получают в рамках национального проекта «Демография». Одним из направлений является обеспечение пожарной безопасности жилого помещения. Для этого гражданин обращается в отдел соцзащиты населения, заключает контракт, и дальше работаем совместно с отделом надзорной деятельности МЧС. При осмотре отопительных печей одними из наиболее распространенных нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления является это наличие прогаров, трещин, повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых каналах, дымовых трубах. Помимо ремонта печей, в частных домах по соцконтракту проводят и замену электропроводки. Андрей Слепнев, Егор Кокорин, Жаргал Сериндашиев. Новости дня. Турбогатайский район.